Равиоли в Италии, маульташен в Германии, цяоцзы в Китае. В нашей стране это блюдо называется просто пельмени. 18 февраля их день. До сих пор не утихают споры, какая страна считается родиной мяса, завернутого в тесто. Григорий Ворванин отправился в гости к любителям не только есть пельмени, но и их готовить. Знакомьтесь, Татьяна и Александр Баранниковы. В их семье лепить пельмени – давняя традиция. Вспоминают, еще детьми собирались за большим столом и готовили это блюдо. Как правило, было это под Новый год, либо накануне большого события – юбилея или свадьбы. Я была маленькая, и родители на второй день, когда свадьба же была не один день, была зима, и они стряпали, и они настряпали огромный мешок пельменей и вынесли и заморозили его. Свадьба прошла, вернее, первый день свадьбы прошел, на второй мама проснулась, поставила большой котел варить, пошла за пельменями, а мешка не оказалось. Вызвали милицию с собакой. Тесто всегда замешивает хозяйка. Количество муки зависит от ее клейковины. Остальное неизменное. Стакан воды, соль, щепотка сахара и немного подсолнечного масла, чтобы тесто потом не разварилось. За начинку, особенно мясную, отвечает глава семейства. Фарш 50% говядина, 50% свинина, мелконарезанный лук, соль и специи по вкусу. Сейчас добавим воды, перемешал там ту соль и тщательно-тщательно перемешаем. Тщательно-тщательно перемешаем. Вместо воды в фарш можно добавить молоко, тогда начинка будет нежнее. Пельмени Баранниковы лепят без применения кухонных девайсов. Форму предпочитают в виде маленького пирожка. Так тесто получается тонким. Александр Михайлович даже изучил историю появления пельменей. Уверен, распространение в нашей стране началось с Сибири. При этом не обошлось без влияния Поднебесной. Когда Сибирь осваивали русские люди, они встретились, естественно, с китайцами. Попробовали, понравилось, стали стряпать пельмени. Сами китайцы говорят, что мы знаем 200 пельменей. Все, что ползает, летает и ходит, они все заворачивают в пельмени и кушают. В нашей стране видов пельменей тоже предостаточно. Тут, как говорится, на что фантазии хватит. Хочешь рыбные, хочешь овощные. Можно положить внутрь и морепродукты. Креветки, например. Семья Баранниковых лепит пельмени с грибами. Можно положить и картофель, творог, а можно и смешать творог с редькой. Тогда получится необычные пельмени. 200-граммовой пачки творога и одного корнеплода хватит примерно на 50 пельменей. А это те самые творожные пельмени с редькой. Варить их нужно гораздо меньше, чем мясные. Есть лучше со сметаной, так намного вкуснее. Попробуем. Очень вкусно. Правнуки Элина и Руслан уже перенимают опыт лепки пельменей. Татьяна Ивановна признается, дополнительная помощь не помешает, ведь пельменей, как известно, много не бывает. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.